Дети рисуют. Вот зачем говорит? Ну, это Даша нарисовала и раскрасила. Ну, это Данил. Да, молодец, раскрашивай, Даша. Это что такое зелененькое? Нет, наверху вот то, что ты нарисовал. Такой? Угу. Это, наверное, беззелый синий. Или зеленый беззелый. Нет, ну а что это? Это маунтин. Маунтин? Ну тут это айс. Это не айс, но это сноубординг. Это ты сноубординг делаешь, да? Да. Ну, дедушка и бабушка. А, у деда. У дедушки, у бабушки сноубординг делают. Та-да! Нет, который мой сноубординг, это листа. Угу. Это мой сноубординг. И там садится и катается. Угу. Поняли? Понял, понял. А это что, Даня? Это замок. Ну, это папа облак, это мама облак, а это Лалечка облак. Хочет, покушать, ну, все падает, все луны, яблочко. Поэтому Лалечка съест яблочко и мама тоже. И папа тоже идет кусать яблоки. Ну, это бы после птички на яблоки. Ну, птички, ну, люди вообще даже для птички, чтобы кусать. Облаки все ходят познать то дитку и сестру. Все мама облак тоже. Ну, и Лалечку тоже, и папа тоже. Понял? Угу. И идет бисенка кушать, то все. Поняли? Можно? Мама, можно помочь для меня? Это два рисовать. Смотрите сюда. Осторожно, Зай. Помощник для ведьмы. Ой, собирает. Ну, а потом, то щипчик мастер. О, моя аккуратная девочка. Для ведьмы. Ведьма. Все, что делать. Ну,
Ось такий, ну, візьме тут, ну, ну, кабілька, кабілат. На метлі летит ведьма? Да. На такой метле. Это летучий метла. Это... Летучий метла? Ну, для ведьма помощник. Он тоже. Видели? Ну, шипчики. Шипчик. А что? Все. Хочет же такой. Чешер. Ну, это... Что это? Ну, это замок. Ну, а вот это что ты сказал вот это? Вот это вот коробка, а от это золотая коробка на замок. Ну, ну тут сильно громко. А поэтому то метла летучий помощник. На ведьму, потом метла улетела зад. И сломал ведьмина дом. Поняли? Вон оно что. Ворона, это ее помощник. Где ворона? Ворона тут. Большой ворона, толстенький. Но все ведьма. Ворона что, зеленая? Нет. Ну, сейчас. А что там у Даши на пятках уже? Карандаши? Помощник. А потом... Дашуня! И говорит... Ну, как сосредоточенно рисует. Прыть, прыть. Умыли ту ведьма. И ту ворону умыть. И чертин, может, тоже умеет делать. Вот это так говорит. Что там, тетя? Дорисовала, да? Все. А поэтому... Все. То ведьма русая. Помощник. Делать это. Все. Чтобы ведьма любви. И это тоже так сделать. Мы поняли. И это сделали так. Ну, знаете, ну, на том году я тоже стала так. Это что такое за черточка вниз? А положи вон туда вешу. Ну, вот, то розовенькая ведьма. А что это у вороны такое вниз, в синее? Ну, это вот, что хорошая годунья помочь принцессе. Вот, принцессе. Коробку и перенести тоже. Ну это чтобы не могли двигаться. Ну, ну, ну это все. Вообще не двигаться получилось. Поэтому вот закрыть глазки так. Он все нарисовала? Ну а потом надо положить, а то мама так не может снять. Я снимаю.
Я фотографирую, Даша. Даш. Не видно, без. Даша, ой, как красиво, Даша. Ой, как красиво. Иди ко мне, иди. Иди ко мне, иди. Даша спит. Ножки маленькие. Рядом с мамой. Маленькие ножки.